отель «Империал». Это также новенький отель, но с категорией 4 звезды. Открыт буквально недавно, так что он такой чистенький, свеженький. Но находится, конечно, он не супер удачно, скажу вам сразу. Тоже приятный запах. Как же это все-таки... Как же это все-таки льстить? Ресепшн небольшой, но очень приятный. Вот еще вот он объем прямо пахнет. Смотрите, какие лошади. Тренажерный зал. О, ноги. Ну, он, конечно, больше зал, чем тренажерный. Но кое-что есть, поддержать вы мышцы сможете. О, ребят, это сауна. Смотрите. Ой, какая она. Деревом пахнет. Родная Беларусь, привет. Круто. Делюкс рум. Для Делюкса здесь скромно. Ну что, кровати такие. В принципе, это... Ой, я думаю, что не так? Это делюкс. Это делюкс, да. А вид на море у него? Нет. Небо. Ну такой прям чистенький, новенький. Так, балкон французский. Балкон, да, тут такой. Это 3 звезды? 4 звезды. И вид у нас здесь на город. Давайте посмотрим ванну, что у нас с ванной. Ну, красиво, красиво, чистенько. Ой, есть шторка, все, меня подкупили. Наличием шторки, конечно, это здорово. Такие не все новенькие. Ну, все полотенчики, как обычно. Все, все принадлежности. Мы пришли на 26 этаж. Смотреть бассейн в Империале. Смотрите. Ну, вид, конечно, здесь на миллион долларов. Расположен немножко никудышно. И самая-самая крайняя Нячанга. Но красиво. То есть до Нячанга будем добираться. Друзья, путешествуйте больше. Расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.